Романтический арт-оупен-эйр вот уже третий год подряд собирает неравнодушных к искусству анапчан и гостей нашего города-курорта. Идея проекта объединить разные виды искусства. Это как арт-терапия. Потому что все люди, они вообще к искусству мало отношения имеют. Это абсолютно по-другому мозг начинает работать. То есть ты отключаешься как бы от того, что есть, и у тебя совершенно по-другому восприятие даже окружающего тебя, оно резко меняется. Любители искусства посетили выставку картин, написанных вином, поучаствовали в мастер-классах «Живопись маслом», «Керамика» и «Винопись», которые провели признанные мастера своего дела. Кроме того, все желающие смогли пройти ритуал настоящего винодела, продегустировать домашнее вино и вкуснейшую еду от ресторана «Винотерия». В финале вечера всех ожидала шоу-программа «Art and Wine» с боди-арт и другими приятными сюрпризами. Хожу я в «Белый квадрат» уже с полгода, но на таком мероприятии впервые. Отлично, то есть мне очень нравится, потому что погода прекрасная, место прекрасное, ресторан, все великолепно. Впечатления волшебные, поднимает настроение, отвлекаешься от всего того мира, в котором живешь обычно. Мне нравится. Здорово, что в таких маленьких городах есть такие творческие люди, которые в массы вносят такое прекрасное творчество. Проект воплотился в жизнь благодаря команде творческих людей галереи «Белый квадрат», которая уже много лет проводит выставки живописи, успешно работают и за студии для детей и взрослых, а также всевозможные мастер-классы. Художественная галерея «Белый квадрат» у нас единственная в Анапе. У нас в основном члены Союза художников России. Попасть нам очень сложно. Картины мы подбираем тщательно. В планах у команды галереи «Белый квадрат» проводить арт-проекты и в дальнейшем, ведь прикоснуться к искусству – мечта многих. Прошедший в эти выходные арт-оупен-эйр подарил участникам вдохновение и драйв – те приятные впечатления, которые еще долгое время будут согревать и вдохновлять.